сейчас будет вращение до 6 единиц. Еще раз, с 2 единиц начинайте отрабатывать противопрыгающие приемы. Присоединяйте дыхание. Значит, на площадке работаем сигналами. Понял? Все по плану. Слушайте мою команду внимательно. Готовы к вращению? Готов к вращению. Внимание, приготовились. Пуск на 6 единиц. Пуск на 6. Начало движения. Во время вращения на меня действует центробежная сила, та же, что и в барабане стиральной машины. Только здесь отжимается не вода из постиранного белья, а моя кровь отливает от мозга в нижние отделы туловища и ноги. Чем выше скорость вращения, тем больше эта сила. Оборотом я ощущаю, как тяжелеет мое тело. Но самое непривычное чувство – это как наливаются тяжестью брови и наплывают на глаза. Тангент, тангент отпустил. Расскажите о своих ощущениях. Ощущения. Что было? Как все? Я перестал. Вот я все это время сидел, вжавшись в педали, здесь. И просто я вот, когда сказали, что с работой сигналами закончили, я просто расслабился. И дальше как вот из тоннеля уезжаешь и смотришь в обратную сторону, и так все. Сужается. Да. И все, и схлопнул. Но тем не менее, пока я держал. Да. Держал контроль. У меня все правильно? Я отжимал все правильно. Сигналы. Все правильно. Частично, да. Ну, молодец. Все отработал. Чувств прошел, все. То есть можно сказать, что я к полету на реактивном самолете. На самых современных летательных аппаратах готов.